Добрый день, дорогие друзья! И вот снова мы с вами встречаемся, чтобы поговорить о куклах. Мы живем в мире пластика. Пластиковые окна, пластиковая посуда, пластиковые игрушки. А так хочется, чтобы тебя окружало что-то мягкое, доброе, родное. И это кукла. Сейчас в моде игрушки, которые называются комфортер. Шьется мягкая игрушка. Мама кормит ребенка, и игрушка рядом. Игрушка принимает мамин запах. Ребенка кладут спать в кроватку, игрушка рядом, и ребенок спит спокойно. Раньше комфортеров не было, но была вот такая кукла, которая называлась утешница. Дети растут, но в то же время они болеют. Раньше скорой помощи не было. Скорая помощь – это вот эта куколка. Она шилась из маминой старой одежды. Ткани брались яркие. В руки обязательно давались узелки. В узелках были спрятаны сладости. Ребенок игрался с этой куклой и успокаивался. Кукла эта и обереговая, и в то же время игровая. Как только ребенок выздоравливал, куклу прятали в укромное место. Но чаще всего это было место за иконой. Вот такие полезные и хорошие раньше были игрушки. До новых встреч, дорогие друзья! Если вам интересно, как сделать эту куклу, пишите, и мы проведем мастер-класс.